Доброго времени суток, дамы и господа. Помимо обычного квестинга, левелинга, гиринга и прокачки проф, периодически нужно заниматься и маунтами. Я думаю, многие со мной тут согласятся. Кто-то вообще любит маунтов коллекционировать, прям уделяет этому все свое свободное время. И именно о коллекционировании сегодня пойдет речь. Сегодня поговорим о рарнике, о маунте, которого можно получить со стопроцентной вероятностью. Все, что нам нужно сделать, это дождаться спавна рарника, получим с него 100% яйцо, и это яйцо будет у нас в инвентаре 7 дней лежать. После 7 дней мы получим маунта. А где находится? Находится тут, координаты 31, 65. Это равнины Он-Ары в Драконьих островах. И тут на холмике будет патрулировать этот Зенет Авис. Можно найти его в заранее собранных группах. Ввести Зенет, и, быть может, кто-то его кемпит. Спавн рарника 8 часов, поэтому можно долго тут просидеть. Помним то, что включенный вармод, выключенный вармод — это разные слои. Мы, например, мимо летели и просто в вармоде увидели этого рарника. Шотнули, получили яичко, и теперь оно лежит в инвентаре. Этот отрезок вы видите на текущий момент на экране. Желаю вам удачи в кемпинге, всех благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании, до скорого!